субботу во дворце спорта «Юность» прошли завершающие матчи открытого первенства города по мини-футболу. В борьбе за третье место на поле встретились команды «Ким» и «Модуль». Игра завершилась счетом 7-3. С отрывом в 4 очка футболистам команды «Модуль» удалось войти в тройку лидеров. За первые места турнира боролись команды «Судоремонтник» и «Юниламан». Основное время игры завершилось счетом 1-1. А в серии дополнительных пенальти спортсменам «Юниламана» все же удалось обойти соперника со счетом 4-3. Таким образом, команда «Судоремонтник» заняла второе место, а победителем открытого первенства города по мини-футболу стали футболисты «Юниламан». Также спортсмены турнира были отмечены в нескольких номинациях. Лучшим вратарем стал представитель команды «Черноморск» Александр Еретнов. Среди игроков выделили Александра Гирку из команды «Ким». Лучшим бомбардиром стал футболист «Судоремонтника» Александр Калмацуй, который забил 17 мячей. А наградой «Лучший тренер» был отмечен Владимир Данильченко из команды «Черноморск».